О, нет, 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 нет. У меня ведь есть еще батарейка. У меня есть еще батарейка. А она бесполезная. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы снова играем в Voices of the Void. Игра страшная, игра неприятная. У нас с вами лапка, лапка огромного паучища, судя по всему. Или не знаю, или я не уверен, что это. Но это, скорее всего, именно то существо, которое оставило яйцо у меня перед дверью, когда свет отключился, когда я проснулся посреди ночи. Но давайте сейчас об этом не думать. У нас много работы, как обычно. И начнем мы день, как всегда, с открытия почты. И у нас снова письмо от подписчиков. Письмо от Кафрели. Юджин, если ты при прослушивании диска видишь решетки, значит в этом сигнале есть текстовое послание. И чтобы его увидеть, тебе нужно обработать сигнал до третьего уровня. Почему я, кстати, не обрабатывал сигналы все это время? Я даже не апгрейдил эту опцию. Займусь этим сегодня. Еще есть письмо в стихах от Узур Мирр. Плод осенним солнцем рожденный, колющим плоть морозе погребенный, жаждет попасть в чрево земли, откуда рожден нагло похитили. Стоя упасть, чрево накорми, старое или новое, украденное верни. Чего? Ты говоришь про тыкву? Тыкву, которую я забрал в пещере, ее нужно вернуть? Это поэтому паук приполз? И еще одно письмо от Complicated Story. Юджин, за ящиками в подвале, где была карточка, там лежит книга с крафтом одной очень интересной штуки. Проверь. Крафты? Вообще есть крафт? Я не знал про это. Странно, что доктор Бао присылает мне невидимые письма. При том, что я вижу его письмо «Привет», которое внезапно поменялось на «Хай». Что происходит? What the fuck is going on? Why am I speaking English? Okay, ладно, теперь, похоже, я говорю на английском. Но это как-то тяжело, я не настолько хорош в нем. Придумал, я заставлю вас понимать английский. Так, okay, расслабьтесь, поверьте, он будет звучать для вас как русский. О, получилось! Да, да, все теперь как обычно. Да, правда, текст все равно на английском, но ничего, я буду для вас переводить. Первым делом, мне нужно посмотреть улучшение. Вот, processing level. 30 плюс 10, что это за математика такая? Ну, видимо, 40 нужно. 40 очков нужно, давайте работать. Будем сейчас зарабатывать. Итак, прямо внизу есть сигнал, я должен его обязательно найти. Если за сегодня я прокачаю как следует свою базу, то смогу наконец-таки расшифровывать сигналы. Что-то я в самый низ опустился и не вижу никаких сигналов, меня обманули. Он просто исчез, походу. Во, наконец-то, что-то сегодня трудно их искать как-то. Удалось? Стоп, а почему у меня нету ежедневного задания? У меня нет никакого ежедневного задания за сегодня почему-то. Куда-то все исчезло. Но я все равно буду, пожалуй, искать сигналы. Скачивание пошло. Скорость вполне себе неплохая. Все сервера... Нет, не все сервера работают. Надо быстренько привести это в порядок. 8, 9, 2, 0... 2, 3, 0, 1. Еще где-нибудь есть кто-нибудь сломанный, а? Есть! 1, 0, 7, 8, 0, 1, 9. Всегда очень нервозно решать эти маленькие математические задачки, потому что я боюсь опозориться. Перед вами бургер! Я его соберу, пожалуй. Пока сигнал скачивается, нужно быстрее идти. Так, вы все время здесь стояли? За что? Я знаю, что я с тобой сделаю. Поверь, я этого не хотел делать, но я же столько раз тебя кидал в воду. Но, видимо, вода тебе никак не вредит. В таком случае, может быть, огонь тебя усмирит. Все, он сгорает. Он сгорает, он горит. Твой друг, твой собрат. Смотрю. О! Он пытается выбраться оттуда. Вот этого я никак не ожидал. Это очень страшно. Он несгораемый. Ладно, пусть он, пусть там останется. Все. Он не может умереть. Но, надеюсь, никогда не выйдет оттуда. Это было чертовски неприятно. Хорошо. Здесь, сказали, какая-то книга с крафтами. В целом, да, здесь очень много разных книг. Я что-то не понимаю. Ни одна из этих книг на самом деле не юзабельная. Я могу их просто зачем-то забрать. Может быть, за этими ящиками? А, или, может быть, просто стоит разбить эти ящики? Воу-воу-воу-воу-воу. Это что такое? А, набор проводов. Ладно, это мы уже видели. Ты что такое? Хрень какая-то. О, диск. А ты? Похоже на консерву. Может быть, попробуем это заюзать? Не могу открыть. А так? А так? Не открывается. А ты что такое? Картошка? Я не хочу это есть. Ладно, я это соберу. Мне кажется, можно будет приготовить где-нибудь в духовке, например. У меня есть духовка или только микроволновка работает?
Опа, еще что-то. Ты что такое? Что это такое? Набор каких-то предметов. Я такого еще не видал. А что они прилипли друг к другу? Еще провода. Сухой паек, сапог. Набор рандомных предметов. Зачем один сапог? Какая от него польза? Чтобы вышибить дверь, нет. Есть какие-то классные, очень вкусные, судя по всему, консервы, которые я не могу, к сожалению, пока открыть, но я придумаю способ. Ладно, давай я просто все эти ящики разрушу. Вау, а ты что есть такое? Рецепт Керфур Омега. Что такое Керфур? Части Керфура, пластиковый мусор, металлический мусор, электронный мусор и всякий мусор. Окей, я нашел, ребят, я нашел то, о чем вы говорили. Что такое Керфур? А это случайно не детали для него? Микросхемы, пластик, это оно и есть, только еще нужны детали от него. Да, еще одни микросхемы и всякие металлические штуки. Единственное, что непонятно, а где я должен это собирать? Где крафт-стол? У меня же нет воркбенча здесь. Или есть? Все ящики разломаны. Есть много различных деталей, но у них нет описания. Я могу только догадываться, что они означают или являются ли частью рецепта. Надо посмотреть, есть ли у меня какой-нибудь workbench. И, кстати, надо забрать картошку. Вот ее-то я знаю, где готовить. У меня есть огромная духовка. Кстати говоря, наш друг все еще там? Открывай. Его здесь нету. Надеюсь, он сгорел, а не просто выбрался оттуда. О! Кто? Кто издал гребаный звук? Кто издал? Кстати, здесь есть розетки еще. А что за... газ output? Ой. Можно сюда канистру поместить. А вот для чего ты нужен. Из тебя бензик можно делать. Я наконец-таки понял, для чего эта печь огромная. Теперь по поводу тыквы. Сюрприз! О, напугали меня. Что здесь происходит? А сам как думаешь? Это самый настоящий хэллоуиновский сюрприз. Правда? Такого еще со мной никогда не было. Да, и с нами тоже. Мне так приятно, вы не представляете. А нам-то как приятно, только зацени. Да, я заценил просто. Мне нужно время, чтобы это осознать. Но, как знаешь. Дело в том, что до этого вы только и делали, что пугали меня и портили мне жизнь. Но теперь я вижу, что вам не все равно. Вы устроили для меня такой прекрасный сюрприз. Юджин, слушай, ты волен стоять и бубнить себе под нос сколько хочешь, но делай это молча, потому что ты портишь нам сюрприз. Вам сюрприз? Да, заткнись и не мешай нам наслаждаться хэллоуиновским сюрпризом от Grand Mobile. Grand Mobile — это мобильный симулятор реальной жизни, в котором каждый игрок, а лучше сказать житель, выбирает свой собственный путь, без каких-либо ограничений. Опробуй множество профессий, гоняй на классных тачках и развлекайся на полную. И с 28 ноября в игре произошло хэллоуиновское обновление. Охоться на монстров, займись алхимией, выполняй квесты и выигрывай призы. Так, ребят, залетайте ко мне в игру, вводите этот промокод, который даст вам отличные бонусы на старте. Устроим тыквобойню. Ребят. Опять бубнит себе под нос что-то. Что, Юджин? Просто, чтобы точно убедиться, вы не мне устроили сюрприз? Ну что ты, конечно, устроили один лично для тебя. Правда? Какой? Тыквобойня! Заходи в Grand Mobile, участвуй в хэллоуиновских ивентах, вводи промокод и получай крутые бонусы. Подробности в описании. Все, я забрал тыкву. Я хочу попробовать сейчас ее отвезти. Слышишь? Ты слышишь? Ты слышишь? Кто-то бегал здесь. Он и по траве бегал, и по моему полу, и по моей территории. Где-то он повсюду бегал. Ладно, пока еще не слишком темно. Я сгоняю, пожалуй, к пещере. Посмотрим, что будет, когда я принесу тыкву туда. Единственное, что у меня мало топлива. 15 всего осталось. Ой. Что-то очень сильно стемнело. Окей, я оставлю здесь, пожалуй, квадрик и пойду пешком. Сразу тыкву в руки на всякий случай. Я споткнулся, упал и уронил тыкву. Вон она! О! Фух. Все. Больше не падаем. Было очень тупо. Пещера, ты где? Вот она. Она тут? Она тут? Блин. Но я принес тыкву. А это что такое? Съесть это. Я скушал чуть-чуть. Я откусил, я не съел даже. Каких-то грибов оно нарвало. Вот это я вообще не знаю, что... Ладно, я соберу. Я просто соберу, окей? Ты что? Тоже гриб. Еще грибы. Мне кажется, это все съедобное. Зачем этой штуке тыква, если я... Может быть, вот сюда кинуть? В письме было написано, нужно кинуть туда. Нет? Enter area. Внимание, игра автоматически сохранится перед тем, как вы войдете. Но внутри нельзя сохраняться. Как мне войти? О!
Погоди, ну я же... Тыквы-то здесь нету. Стой, я выйду. Я пока выйду. Охренеть. Это очень жутко. А, тыква, походу, там останется навсегда, я возьму вот эту. Ну, погнали. О, ну черт возьми. Что теперь? Кто это говорит? Ну, голос комичный, кстати говоря, был. Здесь даже эскейп не работает. Я ничего не смогу сделать. Я, короче, бесстрашно иду. Бесстрашно иду. Ой, ёлки зеленые! Надо идти чуть-чуть аккуратней. Откуда я пришел-то в итоге и куда мне надо? Я куда-то упал и понятия не имею, как отсюда выбраться теперь. Пришел я, кажется, оттуда. Дальше только наверх. Пожалуйста, возьмите тыкву. Ой, куда-то закинул ее. А может быть, я могу что-то использовать? Я ничего не могу использовать, к сожалению. Стоп! Я выбрался. О! Хорошо. Отсюда можно выбраться. Чтобы пробраться туда наверх, мне нужно какое-то снаряжение. И кажется, я знаю, где его взять. Я же находил трос и крюк. Надо вернуться. Хорошо, тыква про запас еще осталась. Ну-ка, а если ее оставить где-нибудь вот здесь? О, нет. Это очень плохо. У меня ведь есть еще батарейка. А она бесполезная. Не трогай меня! Я ничего не вижу! Стоп! Возьми себя в руки! Возьми себя в руки! У меня, блин! Куча батареек! Есть! Третья! Блин! Отойди, пожалуйста! Как я не ожидал этого! Бургер там есть! Она не хочет меня убивать или что? Это я заберу, окей? Что это? Собрать? Откуда все эти бургеры? Я сейчас пережил какой-то дичайший страх. А почему я не могу сохраниться здесь? Не могу эскейп нажать. Это уже не та зона. И почему я выжил? Я этот бургер забрал или нет? О, блин. Черт. Вон она смотрит на меня. У меня нет комментариев. Я не знаю, что только что это было. Я могу теперь открывать escape меню. Это хорошо. Я сохраняюсь. Я никак не ожидал увидеть огромную сороконожку. Я, короче, просто сяду. Да свалю отсюда. Я не могу осознать. Я вообще не был готов к такому существу в этой игре. Оно как будто вообще не отсюда. Но как же я обосрался, она омерзительная. И я же понимаю, и вы понимаете, что мне придется вернуться в эту пещеру. Следующей ночью. Погодите, а это что такое? Я увидел. Оно просто валялось здесь. Что это? Я могу это съесть. А что это такое? Это что, гренки? Ну-ка. О, вкусно. Вроде как. И записка. Похож на человека. Человека понимаю. Понимаемый. Коммуникация. Не враг. Получи подарок. Кто-то мне прислал письмо и дал вкусняшки. Ну, вкусняшки вроде вкусные. Я их сожру, что ли, всех. Интересно, я ведь не ем говно какого-нибудь существа. Это ведь гренки. Но некто, кто писал это, заявляет, что он понимает людей, похож на человека, и он не враг мне. Он хочет общаться. Может быть, я оставлю что-то взамен ему? Возьми снежок. Что ж там, возьми один бургер. Сейчас я напишу что-нибудь. Коммуникация, окей. Я друзья. Он где-то бегает, я слышу. Я не знаю, мне сейчас обосраться или, наоборот, заинтересоваться. И, конечно, и то происходит сейчас. Тем не менее, я должен закончить послание. Я, друзья, speak English burger take. Вот он удивится, когда прочтет. Такой, я ожидал, что коренной человек будет говорить нормально. Нет, он ошибся. Кстати говоря, я могу использовать свой квадроцикл как фонарь. Это существо где-то здесь. Будет очень смешно, если это манекен. Ладно, бургер, конечно же, я заберу. Оставлю только снежок. Но это самое любимое у нас. Неопознанный снежок, это да, это самое-самое любимое. Мы люди есть это. Что? Он оставил следы из этих гренок. Я, конечно же, поведусь. Еще одна гренка. Ням.
еще одна гренка. Ням-ням-ням. Что думаете, я откажусь от халявной еды? Нет. У меня с этим дефицит, я экономлю, я коплю себе на апгрейд, если что. На апгрейд сигналов. Вот такой вот я экономный, такой вот я. Так, все в порядке. Я же чувствую, как на меня нападут скоро. Вот такой вот я, короче, да. А, я что-то там квадрик оставил вдалеке. А, нахрен с ним. Я и быстро бегаю, если что. Ой, я уже 100 плюс нажрал. Все, я не голоден. Ладно, я не голоден, но я дальше пойду. Погоди, стой, я все-таки возьму квадроцикл. Вдруг мне нужно будет уезжать на нем. Что, к моей базе, что ли, выложил след? Если честно, я надеюсь, что эта жратва останется. Ладно, иди туда, сюда. Нет! Нет! Он внутри! Блин, не пугай меня, дрон, чертов Андрюша. Я думал, это эмбит начинается какой-то стрёмный. Погоди, а ты работаешь? Активейт. Вот он активно, да, по идее? По идее. Здесь что-то меня ждет. Что? Почему? Почему здесь ничего нету больше? Вот же оно. Оно, очевидно, ведет сюда. Мне жутко. Мне страшно. Черт подери, я не знаю. Оно здесь? Оно меня поджидает где-то? Что это? Я еще устал, мне надо поспать. Это сон? Этого не может быть. Этого не может быть. Стоп! Я знаю, что... Надо потушить пожар, если он все еще пожарит. Система пожарная, видимо, сама все потушила. Из меня только что всю душу вытрясли. Серьезно. Это было чертовски жутко. А где же мой гребаный сигнал? Он разве не скачался? Смотрите, объект неизвестный, сигнал неизвестно чего. Я ничего не скачал в итоге. Ежедневное задание. Сделайте отчет о Кьюбеке, Браво и Сиере. Я сделаю отчет, блин. Сейчас, пока я еще не сдох от того, что хочу спать, я, пожалуй, быстренько найду сигнал, поставлю на скачку и лягу спать. Нет, знаете что? Я просто пойду спать. Уже 6 осталось. Если сейчас упаду в обморок какой-нибудь стрёмный, я не выдержу, я обосрусь. Спать? Я не могу спать, я что-то чувствую. Нет, я хочу спать! Нет, я хочу спать, пожалуйста. Я ничего не чувствую, нет. Сейчас меня игра доведет, просто доведет. Я ничего не чувствую. Вот что я вам скажу. А, кстати, яйцо ведь. А разве я его не съел тогда, в прошлый раз? А может и съел, а может и не съел. Я уже ничего не понимаю. Я что-то чувствую. Что же я чувствую, блин? Я чувствую, что все в тумане. Басы. Где басы-то? Из-за чего? Все. Прекратились. Почему-то прекратились. Я в каком-то ожидании чего-то прям ужасающего, если честно. Чего-то... Я не могу спать. Я что-то чувствую. Эта штука. Я вспомнил, это... Это ночной демон, демон сна. Он не смог меня в сон затащить, потому что я что-то чувствую и не могу спать. Я... Блин. Я не... Моя тень остается. Я не могу спать. Я не буду спать. Что-то я чувствую. Но что? Все. У меня есть иммунитет к обморокам. Падать я, конечно же, не перестану. Какой мерзкий день. Какая мерзкая ночь. Что ты от меня хочешь, игра? Что я чувствую? Ой, все, здесь нахрен потерялось. Где книга? Ошибка сейва. 0. Я не могу сохраняться. Я не могу. Escape тоже не работает. Я, видимо, что-то должен найти. Но я не понимаю, где я должен это найти. Хорошо, а что Андрюша вообще припер? Мешки с мусором, немножко сухих пайков. Стой, стой, не падай, не падай. Я должен посмотреть. Меня зовет? Мне эта штука... Хочешь, чтобы я следовал? Ладно, я пошел. Что это было? Какой-то пучок. Я уже встречал один пучок, но он был черной дырой. А это светлое. Как плохо, что я очень уставший. Короче, когда эта аномалия исчезнет, и я снова смогу спать, я тут же провалюсь в страшный сон, походу. И вот как я буду добираться до дома, я понятия не имею. Еще какие-то бревна здесь лежат. Кто их нарубил? Вон оно! Слушай, ну оно, по-моему, ну совсем далеко. Вон, я вижу. Давай пучок. Он похож на пучок из Варкрафта 3, когда играешь за эльфов. Он сейчас этим и занимается, да? Он добывает древесину. Я даже не представляю, каким образом я смогу догнать его с такой скоростью. Я постоянно падаю. Я знаю, что я сделаю. Я заберусь повыше и посмотрю. Ну чё? Ай.
Ничего особо не видно. Вон он! Кажется, он к базе направляется. Я туда же пойду. Вот, 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 вот! Стой! Стой, пожалуйста! Он идет ко мне! Он идет от меня! Блин! Слышишь? Что за звук? О! Все, меню открывается. Пучок, ты сейчас. Дело не в нем, дело в чем-то другом. Но я сейчас просто сдохну. Я сейчас такую жопную... О, я упал. Я провалился спать прямо на улице. Такого еще не бывало. А, нет. 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 Вот теперь кошмарный сон начался. Что это? Блин, нет. Нет, 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 нет. Я теперь боюсь этой штуки. Пожалуйста, пожалуйста, не трогай, дед! Он схватил меня. Я не знаю, что делать. А это что такое? Это вообще ивенты не связаны никак. Оторвал мне руку! Руку отдай! Руку отдай! Что он еще оторвал? Дьявол, меня по кускам разорвал. Ногу оторвал. Ладно, забирай ногу, руку отдай, главное. Черт, 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 это сон, это сон. Яркая смерть, ачивка. Что? 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 Все мои предметы здесь? Боже мой. Вон она опять! Я слишком устал. Блин, мне нужно срочно сваливать отсюда. Эта штука запорола мне какой-то страшный сон. Или не сон, или не знаю, что это был. Но там был какой-то терминал. Что-то красное, голографическое. Я не смог понять, что это. Не смог заюзать это. Но теперь я просто лягу спать. Я должен поспать по-нормальному. Что за звуки? Что за кровище? А, я давлю тараканов. Ладно. Завтрак вкусный, полезный. А, ну да, точно, у нас же все разлетелось. Все, блин, разлетелось из-за этой чертовой бомбы. Ракеты, не знаю, что-то в нас влетело, в общем. Я сейчас в каком-то ужасе пребываю и в недоумении. Я вообще не понимаю, что теперь мне делать. Меня просто опустошили только что всеми этими странными событиями, которые одновременно почти произошли. Просто события одно за другим. Я не могу это все переварить. Знаете что? Меня спасет рутина. Просто рутина, обычная рутина. Ежедневное задание Кьюбик, Браво и Сьерра. Вот что от меня хотят. И 4 сигнала еще левела 0 хотят, гады. На улице пасмурно. Туманчик. И я надеюсь, что все нормально. Я сейчас немножечко поработаю. Потом еще посплю, чтобы стамину на 100 восстановить. Надеюсь, этот золотой пучок намок. Окнет и сдохнет. Мне эти окна дико бесит. Может быть, можно как-то все-таки помыть? Вот губка. Вот я ее покоцал в воде. О, блин, погоди. А почему раньше это не работало? О, какие чистые окна. Не знаю, теперь твари извне будут видеть меня хорошо. Но зато мне будет приятнее смотреть на природу. Боже мой, я столькому учусь у этой игры. Она действительно заставила меня понять, что в рутине есть спасение. И в порядке тоже. Ты перестаешь нервничать, переживать, когда ты занимаешься привычным делом. И когда у тебя вокруг порядок, ты как-то чувствуешь себя гораздо спокойнее. И я сейчас успокоился после всех этих потрясений. Но от рутины я быстро устаю, поэтому нахрен эту губку. Я думаю, самое время проверить, как там работает моя система. Я откалибрую все. Че? SD call all. Да, папа не отвечает. Папа минус. Ты понимаешь, что еще танго и X-Ray тоже не работает. Еще гольф не работает. Стоп. А какой сегодня день? Сегодня день 25-й. Это значит... Фу! Что это за звук? Что это за звук? Что это за звук? Что это за звук? Кто-то же бегал здесь, я слышал. Это что такое? Ой, блин, блин, блин. Какая-то... колесик. Я не знаю, что это был за звук. Страшно, блин. Что я хотел? Да, 25-й день. Почитать. Шаги ночью. Какое-то говно сияющее. А, это про пучок. Он продолжает ходить вокруг. Я не знаю, кто. Но, пожалуйста, перестань. Мое здравомыслие на нуле. Я не могу. Все мои службы просто повырубались. Скачивание остановилось на 99,8%. Этот объект, возможно, это корабль пришельцев.